Всем доброе утро. Сегодня у нас 6 апреля 2017 года. Утреннее зарывление спортивной форелью. Вот она, родная. Спортивная. Че, Линечка? Да. Давай, кидай. Ну вот сколько ты тянешь примерно лед? Тут по хвостам тяжело посчитать. Но мы скоро нам привезут весы. И будет все хорошо. Вот, сейчас мы ее. Хоп! Ля-ля! Сейчас мы ее высадим. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще там осталось. Вот, как-то так. Надо мне теперь идти назад. Ага, стороночку. Так, на килограмм 25, наверное, есть, да, в бочке? Ну да, достал. Ну да, две бочки. Килограмм по 25 будет 50. Только ты мне это в мою сторону чуть-чуть выверни. Бочечку, если возможно. Ага. Ого-го. Пошло. Так, вот так вот оно. Ну да, две бочки. Вот надо золотистый немножко зацепить. И слоносик отдыхает. Карпушка плавает чуть-чуть. Иди сюда. Сейчас мы чуть-чуть разбавим. Микс. Получится у нас. Вот он. Вон он. А ты опять в руку взял. Спортивная рыбалка. Нет. Ну а что, две бочки считай, килограмм по 25-50. Сейчас мы вот еще золотистенький добавим. Помиксуем мало. Разбодяжим, как говорится. В присутствии юных рыбаков. Контроль народный. Ну вот, можно сказать, что зарыбление состоялось. Разбодяжили маленечко. Оставим еще чуть-чуть, в следующие разы бодяжим. Опа. Ну и все. Ловись, рыбка. Большая, маленькая. А лучше большая и спортивная. Всем добра.